Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в игру под названием Elite Dangerous. Напомню, что в прошлой серии мы купили кобру, теперь я очень сильно хочу ее протюнинговать. Дело в том, что я никак не могу найти ближайший какой-нибудь такой космопорт, где я могу прокачать хотя бы движки или поставить какое-нибудь хорошее оружие. Но, если честно, я в нете пролез, я пронюхал, я знаю, где находится хорошая база, она находится, точнее, космопорт, не знаю, что это, в этой системе. LHS-2764. Вот мы сейчас, я сюда построил маршрут через... так, мы находимся сейчас здесь, а летим мы сюда. Недалеко мы, в принципе, отлетели от дома. О, боже ты мой, я заблудился. Где наш изначальный домик-то? Да нет, походу мы все-таки далеко отлетели. Не может быть. Ну, не знаю, ну, не точно не больше 20 световых тысяч лет. 20 тысяч световых лет. Или 20 световых лет. Короче... По пути я взял задание на Федерацию в этом на этой системе 10.08 РОС. Надо будет доставить какие-то там данные. Сейчас мы полетим туда. И мы уже улетели, да? Сейчас мы доставим данные, тоже заработаем репутацию. Кстати, да, прошлое задание я выполнялся, было получено все. Все доставил, все отдал, принял, еще что-то там выполнил. Короче, у меня почти 1,5 миллиона кредитов. Так что, полюбасу сейчас будем апгрейдить нашу кобру. Надеюсь, интернет не врет. Я включу нам... Сейчас почитаем. Временно бонус. Ну понятно. В течение 10 часов, если я доставлю, то у меня еще бонус 16 тысяч ждет. Хорошо. Так, а куда нам лететь? Какой-то там хаб. Да, вот. Блин, на планету, ё-моё. Ну ладно. Ой, солнышко, подожди. Я думал, тебя уже облетел. Ямазаки хаб. А нет, это не планета, как это ошибся. Это станция. 18 тысяч световых лет. Главное, чтобы нас никто тут не перехватил и все такое прочее. Давайте просканируем систему. Обнаружено тело 3. В общем, я очень надеюсь. Сейчас я быстренько доставлю товар. Кстати, денег у нас, да, почти 1,5. Репутация у нас у Федерации 71%. То есть, если сейчас мы пару заданий еще повыполняем, я думаю, уже может у нас ранг поднимется. Я уже не помню, какой там следующий ранг идет. Старейшина? Не, старейшина точно не сейчас. Ладно, потом. Давайте сейчас летим. Блин, почему 40 световых лет? Ой, секунд, маленькая скорость у нас. Вроде я приоритет выставил на двигатель большой. Странненько. Я, походу, что-то не так поставил на корабль и распределение энергии. Я, наверное, сейчас думаю это исправить. Если, конечно, все будет на станции доступно для покупки. Думаю, за 1,5 миллиона мы нормально прокачаем нашу кобру. Ну да, это что-то не дело. Спустя несколько минут полета у меня корабль даже до 200 не разогнался. То есть я не пойму, я походу что-то не то поставил. Распределение энергии. Так, тормози-то уже. Тормози. Стой.
Ну блин, как обычно, наверное, пролетим. А нет, подождите, наверное, нормально все. Так, ну меня как обычно ищут где-то в какой-то системе. Точнее, ну да. Ну мне плевать. Сейчас мы к Ямазакам прилетим, отдадим товар. У нас репутация и федерация еще будет увеличена. Тихо, тихо, не врежься. Там что, планета какая-то? Планеты нет. Страна, почему так замедлились прям конкретно? Тормози, что-то мы слишком быстренько летим. Хотя нормально. О, кто-то пролетел. Вау, вот это станция. Прикольно. Все, давай, компьютер. Стыкуй меня сам. Где я, честно, на такой станции еще вроде не был. Поэтому я даже знаю, куда там приземляться. Блин, как же все-таки эта автостыковка облегчает. Чего вы меня сканируете? Я уже прилетел. Хер вы что сделаете теперь. Но заодно на этой станции тоже глянем, посмотрим, какие тут возможные апгрейды для корабля. Так, заправляемся. Панель миссии. Передача. Так, ну, мы можем вот это еще сейчас выбрать. То есть у нас увеличится репутация и влияние. Да, нам же, в принципе, там еще бонус дадут. Поэтому давайте сейчас вот так вот сделаем, чтобы у нас... Ну, хрен с ним, эти 23 тысячи. Давайте лучше вот эту вот награду выберем. Зато у нас будет... Увеличится репутация, влияние. О, я уже услышал. То есть всего мы заработали 35 тысяч, нормально. Что там мне прислали? Изменение репутации Union of Melee Progressive, понятно. Мы рады сообщить вам, что ваша репутация поднялась до доброй. Вот так вот. Так, а что тут у нас творится? Смотрите, у нас прям все. Одно задание для Федерации выполнить, у меня поднимется ранг. Это, блин, это вообще обалденно. Ладно. Сейчас мы летим... Ну-ка, дайте гляну точное название. LHS-2764. Есть еще какие-нибудь туда курьерские доставки? Блин, я пожертвовал, но у меня нет. Блин, желательно бы, конечно, для Федерации. Тут что-то вообще ни одного задания в ту сторону нет. А, нет, вот и есть. Убейте пилота. Нет, мне нужно чем-нибудь... Что-нибудь доставить. Чтобы не возвращаться сюда. Ты что тут делаешь? Только курьер. Освобождения нет. Вот, курьер. Блин, ну не туда вообще, абсолютно. Серебро, нет у меня серебра.
Короче, нифига нету. Нет. Давайте посмотрим, что тут за снаряжение. Если есть система распределения, как там, помню, называется, поставим, какая была. Сейчас посмотрим. Она была в обязательных внутренних, распределитель питания, да, вот тут я что-то нахимичил, что у меня корабль вообще не летит ни хрена. Так, у нас третий класс, то есть, даже не помню, какой у нас стоял, ну, третий Б. В нете посмотрел, короче, у нас стоял 3Е, смотрите, 3А есть. Ну, я не знаю, как это действительно влияет ли вот эта хрень. Ну, 3А это, короче, самая крутая фишка, которую мы можем поставить на свой корабль. То есть, третий класс, и А это вообще просто пушка. Так, что тут есть? Потребление энергии, время загрузки, орудийный ресурс, перезарядка оружия, ресурс двигателей, перезарядка двигателя, ресурс систем. Блин, ну я... У нас стояло 3Е. Ну-ка. Вот такая херня стояла у нас. То есть у нас тут вообще болты, короче. Только что потребление энергии. Блин, короче, я поставлю, мне пофиг. По барабану я поставлю самое крутое. Тем более с обменом она выйдет там. Да, ну, все равно. Нормально. Блин, ну может тут что-то есть из оружия, кстати, есть. Давайте посмотрим. 2F. Ну, кстати, можно еще посмотреть оружие. Импульсный лазер. Если будет 2А, это просто отлично. Так, у нас с моноимпульсное лазерное оружие на вспомогательным устройством для отслеживания текстур. Да, а это что? Текстур. Сигнатур, блин. А, на неподвижное нам нафиг не надо. Так, ну, короче, тут ничего... Подождите, а вот это... А, это неподвижная. Короче, нет, херня. Выходим. А вот, кстати, я уже пронюхал и увидел, что есть тут у нас ракеты. Вот. Блок самонаведения. Ракетная батарея с возможностью запуска ракет с самонаведением. Берем. Это однозначно. Это вообще просто вещь. Так, и на вот это гнездо тоже поставим. Поставим блок самонаведением. Теперь прилетай на какую-нибудь базу. Все. Это просто всем жопа будет. Я вам отвечаю. Так, не зря я с вас залетел. Давайте посмотрим тогда по движкам, что есть. Силовая не надо, маневровые. Я вот больше всего горю рамочно-смесительный. Так, у нас 4 класс. Нам 4А поставить бы было вообще отлично. Ого. Ого. Ладно, пока что будем ставить 4Б. Ну, в принципе, судя, у нас не особо большая разница. 18 лет и 22. Блин. Ну, это просто вообще ништяк. Короче, однозначно берем. И у нас, судя, надо будет энергию, скорее всего. Какой-то звук странный был. Как будто у нас... Надо, конечно, и побольше энергии, наверное, ставить. Сейчас посмотрим, есть ли тут у нас тоже 4 класс. Так, у нас 735. Блин, ну 14 мегаватт нам нахрен не надо. Вот 13, в принципе, можно. 160 тысяч. Давайте на 13 мегаватт возьмем. С обменом. Давайте посмотрим по маневровым двигателям. Мы можем купить... А, ну подождите, у нас 4Е, это ж круче получается. Так, максимальная скорость 293, а... Скорость ускорения 418. То есть, подождите, у нас...
Так, блин, ну, конечно, незначительное увеличение. А вот тут, да. Не, маневровый двигатель я, наверное, трогать не буду. Распределитель мы уже поставили. Сенсоры. А топливный бак можно, кстати, побольше поставить? Нет? Нет. Хотя зачем, пока он не нужен? Итак, давайте глянем, что тут не обязательно внутреннее. Генератор щита. Давайте посмотрим, может тут круче есть. Так. У нас 4Е, у нас 4С. Так, у нас сейчас щит, короче, 92. Если мы поставим 4С, у нас будет 100. 4Б 116. И у нас что-то маловато денег остается. Мы можем, кстати, поставить... сейчас отсюда выйдем. Вот сюда общее назначение. И если есть, конечно, усилитель щита. В общем, я решил поставить... все-таки поставлю сюда... блин. Усилитель щита. Вот этот. Ну, у нас немножко падать, упадет скорость. Да хотя, в принципе, не особо там много. Давайте все, берем. Ничего страшного. Покупаем. И давайте еще туда поставим... ФСД перехватчик. Вдруг там, ну, надо будет за кем-то охотиться. Где он есть? А, кстати. А ну, в принципе, я уже все деньги протратил. Сейчас я хотел глянуть, почем усилитель корпус. Где ФСД перехватчик? Вот он. Тут тоже разные цены на них. Ну, честно, дальность 5 секунд. Да не знаю, давайте мы же обычный поставим. 2Е. Да. Берем. Так, назад. И посмотрим, что тут у нас по корпусу. Можно поставить укрепленный сплав. И смотрите, у нас усиление корпуса на 90% больше будет. Это прям отлично. Конечно, давайте берем. С обменом. И теперь у нас вообще отличные параметры у корабля. Я думаю, уже можно не особо бояться. Так, сейчас самое главное. Да-да-да. Огневые группы надо разобрать, как лучше выставить. Так, у нас, короче, в первом ряду стоит импульсный лазер. А на вторую кнопку мы будем задействовать ракеты. Второй ряд пускай также короче, со сканирования. И третий ряд давайте у нас будет перехватчик ФСД. Да. Так и сделаем. Ну что ж, раз мы... я думаю, теперь нам не обязательно лететь в эту систему, потому что мы вон так нормально прокачали корабль. Сейчас выберем маршрут тогда. Просто посмотрим, запасы уже пополнять надо. Посмотрим, что тут у нас задание есть для Федерации, я понимаю. Надо, короче, сейчас какое-то задание для Федерации выполнить, чтобы у нас поднялся ранг. У нас 126 тысяч осталось, офигеть. Вот это от ранжира. Ну, что такое, давай, грузи. Так, сразу же выбираем. Вот, курьер. Вот самое нормальное. О, 19. А, ну, в принципе, мы-то прокачали движок. Давайте вот это выберем. У нас по-любому хватит расстояния. Думаю, прыжок. Прыжок, тем более, это на планету надо садиться. Ну, нафиг. И тут у нас, короче, будет награда. А, тут что-то надо одно из этого убрать.
Так, подожди, а вот это что тут у нас? Блин, а может что-нибудь еще есть? Что-то как-то мало. Ну, смотри, 27 тысяч. Просто доставить, да? Я думаю, нормально, принимаем. И давайте сейчас залянем сюда, и я думаю, мы можем получить награду, да, за систему Stix, где мы ее сканировали. И все такое. Так, курьер, курьер. Выбираем маршрут. Офигеть, мы почти на, ну, на 18, грубо говоря, световых лет можем прыгать. Это просто вообще обалдеть. Так, а что за меточка? А, вот эту меточку я поставил, что тут у нас задания прям очень хорошие выдаются в этой системе. Если ошибаюсь. А, нет, извиняюсь, нет, удаляем маркер. Я, если честно, эту систему забыл, но там реально задания даются такие, вроде легенькие, там курецкие доставки, и, блин, за них очень хорошо платят. Надо вспомнить, куда лететь только. Ладно, вылетаем. Смотрим, что тут у нас. Как корабль сейчас будет себя вести? Сейчас ускорение еще будем делать. Шасси. Ништяк, просто ништяк. Так, где нам меточка у нас? Офигеть, на такие прыжки я еще раньше не мог прыгать, а теперь вообще без проблем. Да, в этой мы еще не были. Так, а груз все мы взяли, да? Все, зашибись. Или там, а, данные какие-то, ну пофиг. Блин, хотел, надо какое-нибудь задание убрать на базу, полететь. Испытать ракеты с самонаведением. Что-то звезду я не вижу. А, нет, вон появилась. Маленькая-маленькая. Куда мы сейчас летим? Временный бонус, как обычно, нам дают, если мы быстренько доставим товар. Ого. Это ж куда нам лететь? Эй. Лискадок, сюда ж. Нифига себе, 13 тысяч световых секунд. Заодно сейчас посмотрим. Давай, разгоняйся, чем мы стали? До какой скорости он разгоняется? Сейчас на двигатель себе приоритет больше поставим. ФСД-перехватчик. Ну, сейчас посмотрим, до какой скорости мы разгонимся. Да, не особо что-то мы разогнались, я максимум до сотки разогнался, и потом начал сближаться с этой лиской док, и скорость у нас постепенно падает. Надо как-нибудь научиться пользоваться ФСД-перехватчиком. Ну, это не сейчас, я по-любому буду делать. Сейчас я очень надеюсь на то, что у нас поднимется ранг в сверхдержаву Федерации. Тел 24. Просканировано.
Вроде бы научился я нормально прилетать на станции и не пролетать их. Там какая-то планета. Удар. С чем удар? Блин, сейчас опять из этой планеты будем замедляться. Лискадок. Все, прилетели. Сейчас какое-нибудь задание выберем, планетарное или не знаю какое, где надо что-то уничтожить. Хочу реально попробовать испытать ракетницы. Шасси выпущено. Я вот не пойму, почему компьютер ставит сейчас приоритет больше на SIS, то есть на щиты, на все такое прочее. Зачем это делает? Ему виднее. Так, тут вообще ничего не могу с кораблем сделать. Заправляемся, панель миссии. Ну, раз там бонус там еще дают, поэтому я сейчас, скорее всего, выберу... Блин, а вот что лучше, репутация или влияние? Блин, ну, короче... Подождите, ну-ка еще раз... Так, репутация, понятно, наше влияние, скорее всего, нужно, да? Давайте выберем, короче, и то, и другое. То есть я приму лучше вот это. Что-то мне ничего не сказали. Не понял. Блин, ну чё, вы чё, серьезно, 99%? Блин, ну это вообще... охереть. Как так-то, блин? Ой, блин, это ж вообще... Не могли 1% там уже как-нибудь дорисовать мне? Так, пожертвуйте, пожертвуйте. Да давайте, я пожертвовал, ну... Подождите. Проводящая ткань, лепидолит. А вот это что у нас? Блин, ну, проводящая ткань или... Лепидолит. А ну-ка, сейчас посмотрим, тут на рынке есть. Нету. А проводящая ткань? Проводящая ткань, это вообще что? Я думал, где-то здесь будет. Короче, я думаю... А, вот. Это уже ее нет. Тогда, извините, не могу принять задание-то. Блин, ну по-любому хочу федерацию какое-то задание выполнить. У нас получается только одно, да? Ну что ж, тогда получается надо вот это задание принимать. Давайте, друзья, за кадром это быстренько сейчас сделаю. Подниму рейтинг и будем дальше выбирать задание какое-нибудь или по пиратам, либо по планетарным базам и все такое. Ну что, друзья, мы пролетели на новый Чернобыль. Что мы стоим?
сейчас в любом случае у нас репутация будет увеличена. Так, запросить стрелку в очку. Что ты медлишь? Давай уже залетай. Все-таки действительно название станции New Chernobyl. И бегом выполнять, завершаем задание. Уже без разницы, я думаю, в 1% мы в любом случае выполним. Давай, давай, я же просто горю желанием. Ну в чем дело? Блин, вот этот процесс, конечно, долгий, меня начинает напрягать. Давайте, я уже хочу ранг поднять. Наконец-таки. Вот так вот. Входящее сообщение с информацией по заданию. Вот, вот это я и ждал. Входящее сообщение с информацией по заданию. Командир ла-ла-ла-ла предлагает вам вторичный контракт. Подробности на доске объявления станции Лискадок. Лискадок, фу, я туда больше не полечу. Так, я не понял, почему меня еще не поздравил никто? Ранг нет? И? Как? Или неужели мне только 1% добавили к рангу? Хм. Чё-то я не пойму, чё-то не въезжаю. Ладно, будь по-вашему. Эх, давайте посмотрим, какие-то задания есть на планету. Доставьте. Ого. Нет. Получите. Что значит получите? А, украсть товар. Не надо. Так, получите, вывезите. Во, ну, в принципе, 19 лет лететь. Фу, в смысле световых. А вот это уже интересно. И, в принципе... Блин, принимаем, потому что денег вот дофига нам предлагают за нее. И давайте посмотрим, куда нам лететь. Лететь нам... Вольф. Но мы, наверное, с одного раза не можем прыгнуть, поэтому проложим маршрут. Да, два прыжка придется делать. Посмотрим, что тут на Вольф еще нам тут предложат вывести из строя. Не надо. Два задания в одну и ту же систему. Вольф, Вольф. Ди. Джиан. Нет, не то. А, друзья, я понял. Где-то я пронюхал, я читал. Вот это вот сообщение не зря нам пришло. Значит, это нам нужно сейчас... командир вот этот, как там написано, New Xiaomi, там, Xiaomi, предлагает вам вторичный контракт. Нам нужно его выполнить, чтобы поднять рейтинг. Да, вот это я где-то прочитал и... Блин, я даже знаю. Ну, сейчас я не буду, это я оставлю на потом. Давайте сейчас тогда я выполним задание, испытаем наши ракетницы. А потом уже полечу в следующей серии на опять вот Лискудок. И будем поднимать рейтинг у Федерации.
А пока я... Давайте, больше думаю, на Вольф ничего нету, да? А, на Лискодок. На Лискодок вообще что-то... Ладно. А Лискодок же находится у нас... В системе уже забыл какой. Ладно. Заправляемся. Так, метка у нас уже стоит. И давайте запуск. Ну. Ну, я нажал кнопочку R. В чем дело, не пойму. Так, ой, не сюда нажал. Все, походу корабль немножко заглючил, не хотел он что-то взлетать. Блин, хочу на форсаже сюда вылететь. Лишь бы не врезаться. Воу-воу-воу-воу-воу! Блин, за малым. Нормально. Не врезались. Все, летим, короче, на планету, испытываем ракетницы и в следующем задании обязательно полетим выполнять задание для Федерации. Все, подлетаем мы к этой планете, блин, ну опять, тормози, все, успокойся. Если не ошибаюсь, когда я взлетал в эту систему, тут была написана система управления, ну, тут вообще без власти, то есть анархия. Тут полный хаос творится, лишь бы на меня кто не напал. Да, да пофиг, у меня теперь корабль-то немножко протюнингованный. И защита есть, и снаряжение есть. Сейчас мы выполним задание, заработаем еще 4 сотки. И потихоньку будем... О, нифига себе, господи, там планета с кольцами. Будем потихоньку зарабатывать на Кобру МК-4. И ее будем на пол... это... Короче, перестраивать под майнинг. Хочу все-таки подзаработать денег немножко на майнинге, да, с добычей на астероидах различных ресурсов. Потому что там мы можем реально заработать денег. Блин, как красиво все-таки. Место добычи ресурсов высокие, даже видите. Вот надо, кстати, меточку оставить, чтобы в этой системе нормальная добыча ресурсов. Вот 100 пудов, я не знаю, могу чем угодно поклясться, что сейчас мы опять полетим на несолнечную сторону. Пока что солнечная сторона, но нам нужно сейчас немножко остановиться. Да, я уже вижу, что вот сейчас летим на солнечную сторону, ну а наша вот эта база, куда надо лететь и отключать сеть, находится как раз таки на той стороне. Блин, тут даже две планеты. Блин, почему мне так вообще не везет? Как так может быть вообще? Так, ой-ой-ой, мы походу пролетели. А что случилось-то? Я... Ну, где наша метка? Где-то там. Да, где-то там. Ну все, база, готовься. Так, переключаем на огневой, на боевой режим. Ну я же сказал, мы... как сука, закон, а? Что всегда приземляюсь на несолнечной стороне. Хрен че вижу, блин. Блин, зато базу немножко видно. Вот это вот хреново, что мы сейчас не видим. То есть несолнечная сторона, блин. Я просто не вижу, сейчас может быть какой-то там корабль летает. Это можно было бы сейчас сразу бы избавиться от него.
Так, ага, цель уже обнаружена. Что это? Блин, давайте посмотрим, может таки кто-то тут есть? Никто не летает? Хрен что увидишь-то ночью. Так, ну а турельки есть какие-нибудь там? Блин, жаль, нельзя сохраниться, F5 нажать или что-нибудь. Быстро сохранение. Как бы штраф уже налаживают. Так, а ну-ка. Почему у меня не навелся, не навелась цель? Да блин, отъезжай. Блин, мы не попадаем и не можем почему-то настроить. Почему ракета не наводится? Блин, только обрадовался, что у меня корабль офигенный. Ну, что-то офигенно прокачал. И не могу же избавиться от турельки. Нет. Странно, мы в нее не попадаем, она нас... Ну, что-то спрятано там. Ну ладно. Сейчас мы с этой стороны зайдем. Блин, такое, как бы, ну, легкое задание, я ничего-то не могу выполнить. Так. Давайте с помощью ракеты сейчас попробуем. Не, нифига. Скорее всего, как обычно, у нас закрыто это здание, электросеть. Да, это все хрень. Блин, ну не знаю, придется, наверное, сейчас приземлиться. Шасси выпущено. Да, давайте лучше приземлимся. Что-то меня эта турелька взбесила. Внимание, низкая гравитация. Да, понятно. Поехали, посмотрим. Кстати, а вот сюда вот нельзя ставить какие-нибудь вооружения, ну-ка. Эй, что ты у нас назад едешь, не пойму. Алло. Не, я, кажется, понял, почему. У меня просто на джойстике... На джойстике стоит управление тоже. Дросселем этим. Ну ладно, поехали. 0.13G. Так, тихо. Может, поэтому в турельку не попадали, она тоже где-то спрятана. Или это сеть.
Она походу там, за базой. Аккуратненько. Тихо, тихо, тихо. Так, я увидел, увидел турельку. Сейчас мы... Блин, где-то еще стреляет. Давай, честно, аккуратненько сюда заедем. Так. Блин, еще... Сейчас, конечно, попробуем. Не, да? Мешает нам. Блин, я увидел турельку. Вот она. Подождите, сейчас. Сейчас мы разберемся с ней. А может быть нафиг. Все. Задание выполнено, это хорошо. То есть мы уже, грубо говоря, заработали 400 тысяч. Блин, а где у нас стройка? Где-то здесь, да? Сколько метров? Ну да. Сейчас все-таки я убью. Есть. Блин, да на ТРП намного проще здание выполнять. Но там, походу, другая какая-то турелька была. Вот, честно, боюсь выезжать. Она, походу, сейчас где-то слева. Вот, это не она? Огромная такая. Нет? Ого. Блин, жаль, выйти нельзя посмотреть. Ну, походу, это она как раз вот... Не атакует наш корабль, она огромная просто, смотрите. Да? Почему-то мы не можем сейчас выделить и убить. Ладно, хватит тут уже баловаться, поехали. Полетели, точнее, домой. Там, а что там? А, это мой корабль. В общем, друзья, все, за кадром я уже прилечу на базу, я... Отчитаю за задание, получу и деньги. А на этом, друзья, всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Всем покусечки.